ставшая в ноябре прошлого года чемпионом летних азиатских игр в Гуанчжоу, навестила воспитанников городской специализированной школы-интернат номер 2 для детей с проблемами опорно-двигательной системы. В этом интернате уделяется большое внимание развитию детей при помощи спорта. В школе проходят занятия по плаванию, настольному теннису и мини-футболу. Двое воспитанников интерната являются призерами юношеских паралимпийских игр в Токио. Нас пригласили к таким деткам. Конечно, все равно тяжело на таких детей смотреть, но очень рада, что у таких детей есть сила воли, что все равно даже среди инвалидов у нас есть спортсмены, что дети чего-то добиваются. Встреча с регбистками сборной Казахстана стала для детей настоящим праздником. Спортсменки подарили детям подарки и тепло пообщались с ними.